Пока первое впечатление. Итак, сибайк, водный велосипед. Так, что можно сказать? Отличная игрушка в безветре для наших друзей кайтеров, когда не дует. Вон, ребята все уже докатывают. То есть каждый, кто попробовал, поехал через 5-10 минут. С руками, без рук, на сапе. Поэтому я считаю, что будет хорошим приобретением для прогулок в безветренные дни. Поэтому, кто хочет попробовать, передадим контакты. Всем привет!